Здравствуйте, в эфире новый выпуск программы «Тюнинг Ателье». А это значит, что в ближайшие 13 минут я познакомлю вас с уникальным автомобилем, расскажу вам про технологии, благодаря которым можно преобразить машину до неузнаваемости, а также вы узнаете самые последние новости из мира тюнинг-индустрии. Сегодня в программе. Toyota Devolro Diablo. Что это? Настоящий покоритель труднопроходимых мест или все же просто внедорожный стайлинг Toyota Tundra? Anlim 500 Plus – фестиваль, который уже хорошо известен во всем мире. А вот как участники готовят свои машины к этому событию, узнаем в специальном репортаже программы. Но давайте для начала познакомимся с самыми последними новостями от мировых специалистов по тюнингу. Немецкое тюнинг-ателье Voltage Design готовит пакет доработок для и так горячего Mercedes-Benz S63 AMG. Специалисты рассчитывают увеличить мощность 5,5-литрового твин-турбо-двигателя с 585 лошадиных сил до 850. Сделать это они намерены благодаря новым турбинам, перепрошивке блока управления двигателем и спортивной выхлопной системе. Ну а ребятам из подразделения Renault Sport есть чему радоваться, ведь их раскачанная спецверсия Renault Megane RS 275 Trophy R побила рекорд среди переднеприводных машин на легендарном Нюрбургринге. 7 минут 54 секунды – вот она, новая планка для производителей хот-хэтчей. Но ждать появления новинки в салонах дилеров не стоит. Спецверсия будет выпущена тиражом всего в 250 экземпляров, да и до России вряд ли доберется. Если встретить автомобиль, ставший героем нашей программы на дорогах общего пользования, то невольно можно подумать, что оказался в зоне боевых действий. Брутальность этой машины подтверждается и названием – Toyota Devolro Diablo. Для того, чтобы понять, насколько миролюбив этот грозный внедорожник, я отправился к техническому специалисту ателье, которая и выпустила дьявола на свободу. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Вижу, вроде как рядом с вами стоит Toyota Tundra, но немножко необычно она выглядит. Что это за автомобиль? Это Toyota Tundra, которая прошла определенные доработки в компании наших партнеров, которые работают в Америке и занимаются внедорожными доработками автомобилей. Название этого автомобиля Devolro Diablo. Diablo? Внедорожный дьявол, да, совершенно верно. Это то, о чем думали разработчики, когда создавали эту машину. Я вижу то, что от Toyota Tundra, на самом деле, как я опознал этот автомобиль, остались разве что фары головного света, которые и то, по-моему, притемнены слегка изнутри, и капот. Все остальное, я насколько понимаю, это уникальные решения какие-то? Есть решения, которые не относятся к штатной Тундре. Они больше носят стилистический характер, то есть чтобы подчеркнуть какие-то внедорожные характеристики автомобиля. А есть и решения, которые пригодятся на практике будущему владельцу. Например? Ну, к примеру, силовой бампер. Плюс лебедка на 4,5 тонны в данном случае, плюс силовые проушины для того, чтобы этот автомобиль мог помочь кому угодно выехать, ну, практически из любых ситуаций дороже, внедорожно. А что под капотом? Там же, по-моему, у Тундры злой V8 какой-то. Сердце мы полностью менять не стали, лишь доработали. А сверху этого двигателя мы установили компрессор ТРД, нагнетатель, который дал на выходе 520 лошадиных сил вместо 386, который в штатном исполнении. Подвеска этого автомобиля является гордостью его разработчиков. Почему? От штатного автомобиля практически не осталось ничего. Были заменены рычаги, были заменены силовые стойки, амортизаторы, пружины, тормозная система полностью. Что касается подвески, относительно штатного дорожного просвета, она поднята на 19 сантиметров вверх. Там какие-то свои собственные разработки или это какие-то готовые решения, просто киты, которые устанавливаются уже на эту машину? На этапе разработки этого автомобиля инженеры искали решения свои, отличающиеся от штатных. Теперь, когда все уже обкатано и испробовано, это уже продается китами установочными. Я вижу здесь перешит руль, вижу, тут появились какие-то новые кнопки, и так, в общем-то, и все. Правильно я понимаю? Да, верно подмечено. В этой версии мы не старались кардинально изменить салон, потому что важна практичность и функциональность. Изменен потолок на черную алькантару. Ага. И на руле сделана символика компании-производителя. Понятно. Давайте проверим его в действии, этот автомобиль. Поехали.
на самом деле внедорожный потенциал чувствуется сразу. Она все проезжает, нигде не застревает, нигде не чиркаешь днищем. Это вообще машина, она проходила как-то испытания в каких-то уж очень тяжелых, суровых условиях? И вообще как-то их испытывали эти машины? Да, конечно, эти машины испытывались, они проходили несколько волн испытаний. Первая волна испытаний – это на этапе разработки той же самой подвески. То есть это так называемые стендовые испытания, испытания нагрузками, испытания углами, там, в общем, больше испытания в цифрах. Вот. После чего стендовые испытания на стенде. Потом, после того, когда систему внедрили на практике, поставили на автомобиль, появилось громадное количество желающих людей, те, кто интересуются миром внедорожных автомобилей, попробовать на практике. Потому что наука – наука, а практика – практика. То есть на практике иногда вылезает то, чего не увидишь на стенде. Эта машина испытывалась на территории Соединенных Штатов Америки непосредственно ребятами, кто производит этот автомобиль. Вот, проехала часть Южной Америки, и в Соединенных Штатах Америки у них достаточно длительный маршрут есть, по которому они до сих пор по сей день ездят на машинах, испытывают для того, чтобы усовершенствовать. Если что-то где-то им кажется неправильно работает или где-то что-то можно улучшить. Я обратил внимание на то, что мы практически с вами общаемся шепотом. То есть тут как проведена какая-то работа по шумоизоляции? Да, все автомобили DeVore, они имеют... в обязательную комплектацию входит повышенная шумоизоляция, потому что помимо того, что машина совершенствуется в плане езды на бездорожье, все-таки позаботились и о комфорте. Да, интересный получился автомобиль, и то, что я здесь катаюсь, я понимаю, что это все игрушки вообще для этой машины. То есть ей нужно куда-то в другое место, то есть где уж точно даже намека на дороге нет. Ну вот сейчас мы ездим по как раз с вами. Здесь нет дороги, но мы с вами ездим. Тем не менее, она может ездить. Вот. Есть еще версии более экстремальные внедорожные, но это уже мы с вами, наверное, не найдем ни на дорогах, ни около дорог общего пользования подобных трасс, чтобы испытать. Это уже специально строить надо трассы. В итоге впечатления от автомобиля остались в основном положительные. Бездорожье – это его стихия, и любая преграда абсолютно нипочем. Чувствуется, что проведена комплексная работа со всеми узлами машины. Но, как водится, за все хорошее нужно платить. И этот внедорожник – яркий тому пример. В зависимости от потребностей клиента, стоимость Diablo под заказ может доходить до 10 миллионов рублей. При этом, заплатив такие деньги, владелец уж точно должен хотеть использовать весь потенциал машины по максимуму и вообще избегать дорог общего пользования, прокладывая себе маршруты до работы через леса и болота. Бездорожье – это, конечно, хорошо. Но ведь кто-то фанатеет по высоким скоростям, разогретому асфальту, запаху паленой резины и сверхмощным моторам. А где вот все это в одном месте увидеть и прочувствовать, узнаем в специальном репортаже нашей программы. На Дмитровском полигоне прошел традиционный 12-й по счету автомобильный фестиваль Unlim 500+. Для тех, кто не следит за жизнью мощных двигателей и феноменальных скоростей, несколько слов о том, что же это за фестиваль такой. Здесь, на Дмитровском полигоне, уже который год собираются владельцы быстрейших автомобилей страны для того, чтобы выяснить, чья же машина самая быстрая. А выясняют они это в соревновании, суть которого заключается в прохождении дистанции в 1 километр, стартуя при этом с места. То есть, по большому счету, это обычный драг-рейсинг, в котором соревнуются не на четверть мили, как это положено по закону жанра, а на километр. Ну и кто быстрее справился с этой дистанцией, тот и победил. Правда, меня лично интересовала не сколько спортивная составляющая мероприятия, а другое. На каких автомобилях участники приехали побеждать и как они модернизировали их, чтобы это сделать? Это Audi TTRS. В стандарте в этом автомобиле было 344 силы. На данный момент мощность составляет порядка 530-550 лошадиных сил и 670 моментов. В основном доработки коснулись конструктива. Это максимальное облегчение за счет удаления всех систем комфорта, климата, печки и так далее. Замена деталей на карбоновые элементы. Что касаемо двигателя, двигатель стандартный, двигатель не трогали. Стандартная турбина, мейнная крыльчатка в ней. Двигатель, вложение где-то порядка 250 тысяч.
Если взять всю машину, это 1,5 миллиона. BMW M6, Akuzov F12. Что сейчас я сделал в настоящее время с автомобилем? Автомобиль находится сейчас Stage 2 от фирмы PP Performance. Stage 2 плюс. Значит, стенд показывает 720 плюс, да, где-то 720-750 лошадиных сил. На километре выход у меня где-то 269. Автомобиль практически весь переделанный. То есть это мотор, коробка. Здесь столько осталось, столько подвеска, потому что она достаточно хорошо работает в заводском исполнении. Американская компания на маховике обещала 1840 сил. Мы замеряли эту машину позавчера на нашем стенде, так называемый «Heartbreaker», разрушитель сердец. Это стенд, который показывает реальные значения. Мы специально пригласили представителя тюнинговой компании, чтобы он воочию увидел, сколько там реальных сил. Показала 1530 сил машина. Абсолютно другая коробка. То есть от стоковой коробки ничего нет. Коробка «Datsun» с длинной передачей, которая позволяет автомобилю разгоняться там к скоростям, близким к 450 км в час. Скорости, которые мы развиваем в конце мили, они далеко за 400, и фактически даже производители шин нам сегодня не рекомендуют ездить на таких скоростях, на самых скоростных шинах, которые у них есть в линейке. Поэтому мы сегодня ездим на километр, а для нас это достаточно новая дисциплина, потому что никто не знает, много это или мало. То есть мы сегодня смотрим на цифры, не можем понять, это хорошо или плохо. Вот так вот. Кому-то подавай побольше лошадок и крутящего момента для достижения сумасшедших скоростей по идеально ровному асфальту. А кто-то высокую мощность использует в другом русле. В любом случае, пока есть люди, умеющие улучшать и преображать свои автомобили, мне всегда будет о чем вам рассказать. Так что оставайтесь с нами, смотрите телеканал «Автоплюс». Ну и в завершение традиционная рубрика «Без комментариев».